Приветствую, с вами Елена Литвиненко. Я в парке и стараюсь ухватить, что называется, последний денечек лета. И уже завтра, в общем-то, нас ждет начало осени. Для кого какие это эмоции? Ну, я работаю в системе образования, и как в интернет, так и вживую я работаю в университете, поэтому для меня это день важный. И я бы сказала, даже день такой знаковый, 1 сентября. Я, к примеру, как Пушкин, да, который писал про лето: «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль да зной, да комары да мошки». Поэтому лично меня приход осени радует. Я люблю межсезонье, меня радуют краски. И самое главное, меня радует то, что в этот момент люди в большей степени начинают задумываться о таком факторе, как саморазвитие, да, что-то новое познать. Поскольку я, в общем-то, человек, который глубоко уверен в том, что именно процесс познания – это тот процесс, который, в общем-то, ради которого стоит жить и который наиболее интересен в этой жизни. Поэтому я вас поздравляю с тем, что такой замечательный момент в этом году, в 2017 году, вот-вот наступит. И, конечно же, я, как человек, которому есть чем поделиться, приглашаю на свое обучение через интернет всех, для кого, кому важно, да, что-то в себе изменить, что-то улучшить, что-то познать новое. Я могу с вами поделиться чем? Ну, прежде всего, тем, как усовершенствовать свой голос, речь, умение выступать публично, тем, как проводить вот такого рода видеотрансляции, записывать видео, обрабатывать его. Потому что по образованию я актриса, но самое большое мое, самое любимое хобби – это создание видео. И я думаю, вот в этом плане я могла бы быть заинтересованным людям очень полезна. Всем желаю провести этот учебный год с максимальной пользой для себя, чтобы то, что вы приобретете, как говорится, знание, это не то, что носить как камни за плечами, да, это то, что можно внедрять в жизнь, то, чем можно пользоваться для достижения каких-то своих целей, для достижения каких-то собственных поставленных вами задач. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, он сейчас очень бурно развивается. И я хотела бы поблагодарить всех тех людей, которые обучались у меня раньше и которые дали мне свои положительные отзывы. Спасибо вам большое, благодарю вас и до новых встреч!